На минувших выходных в Владивостоке прошли сразу две экологические акции. Десятки мешков с мусором вывезли с пляжных территорий городских бухт Горностай и Патрокол. Неравнодушные активисты собрали стекло, металл, пластик и несортируемые отходы. Организатором акции выступило Управление охраны окружающей среды и природопользования администрации города. Администрация города в лице Управления охраны окружающей среды проводит мероприятия экологического просвещения и образования населения в течение года всего. Это экологические уроки, конференции, и что, где, когда, и акции по школам по сбору макулатуры, и в том числе вот акции по уборке прибрежных территорий. В них участвуют группы представителей организаций, учебных заведений, которые выражают свое желание убрать территорию. В акции на побережье бухты Горностай участвовали студенты Владивостокского государственного университета. Они отметили, что из-за халатности недобросовестных отдыхающих на территории скапливается мусор, который возможно убрать только благодаря таким эко-мероприятиям. Это очищает природу, и такие активисты помогают как раз-таки очищать от трудодоступных мест, в основном твердых коммунальных отходов, да. Чем больше будет таких людей, чем больше будет, то тем лучше. Студенты также рассказали, что убирают территорию по собственному желанию. Благодаря этому удается сделать любимые места отдыха чище. Мне хочется делать мир лучше. Я считаю, что мы должны заботиться о месте, где мы живем. Как бы просто узнали об этой акции, нас пригласили, мы согласились, даже не задумываясь. В акции на побережье бухты Патрокол участвовали горожане разных возрастов. Некоторые пришли даже целыми семьями. Отметим, администрация города поддерживает все инициативы, направленные на повышение экологической культуры и ответственности за состояние окружающей среды и оказывает содействие в проведении эко-мероприятий. Анна Дьякова, новости на Восьмом.